time. Во-первых, как мы спрашиваем? Нету какой, да, или там которое, а what. What используем. И либо мы делаем what сразу перед словом time. Как мы обычно и делаем. Вместо артикля перед существительными. What time? Тогда is it. What time is it? Либо мы сделаем по-другому. What становится подлежащим. What is the time? Тогда уже у слова time артикль есть. И он, конечно, the. Потому что мы про конкретное время и спрашиваем. What is it? Сократим. What's the time? Так, значит, два варианта. What time is it? What's the time? Как мы отвечаем? Time неисчисляемое. Поэтому мы говорим it. Заменяем на it. It is, то есть it's, it's. И дальше. Дальше мы смотрим на 12. И от 12 смотрим минуты. Есть ли минуты? Как раз если стрелка минутная, длинная на 12, то значит никаких минут нету, да? И тогда мы просто говорим it's и смотрим на часовую стрелку и говорим эту цифру. It's four. O'clock можно. O'clock мы выяснили, что образовалось. Это такое словечко clock, вот этот предмет. It's a clock. И как бы получается it's four of clock. Но f выбросили, как раз там и пишется по этому апостроф наверху. O'clock такое образовалось, да? Можно его говорить, можно не говорить. It's four или it's four o'clock. Так, если минута есть, то минутная стрелка не на 12, а мы смотрим всегда все равно от 12 сколько минут. Вот 10 минут. It's 10 minutes. И сюда, и сюда. It's 10 minutes. Вот что дальше? Количество минут сказали. Смотрим на часовую стрелку. Если она только прошла циферку, то мы говорим past, past four. It's 10 minutes past four. А если я в другую сторону вот эту вот минутную, да, то мы смотрим, как часовая-то себя ведет. Она не дошла до четверочки, не дошла. И мы говорим it's 10 minutes to four, к четырем. Когда мы куда-то направляемся, мы берем этот предлог направления to. To school, а тут to four. А past это пройти мимо. Ну вот она реально проходит мимо, да? Когда вот сюда, вот. И она реально проходит мимо четверочки. Прям чуть-чуть прошла мимо. Поэтому мы и говорим it's 10 minutes past four. Запоминаем, что когда длинная минутная стрелка на 6, и у нас прошло половина часа, мы можем использовать именно существительное половина, half, используем его как выражение устойчивое, потому что half берем без артикля. Half past всегда. Half past, что-то вопрос спорный, да? Мы находимся посередине, но говорим half past. It's half past. И смотрим, что прошло-то? Past это мимо. Мимо чего? Мимо четверки. Four. It's half past four. Мы можем еще одно существительное использовать. Это a quarter. A quarter – четверть. Используется без всяких там выражений, просто как существительное, то есть с артиклем. А четверть – это 15 минут, да? Можно сказать 15 минут, 15 minutes. Можно сказать слово a quarter, it's a quarter. Так, что у нас тут с этой? Она к 5 приближается. To five. It's a quarter to five. Или, допустим, вот так. Тогда it's a quarter, тоже a quarter, но пятерочку прошла. Past five. Вот и вся премудрость про время.